Привет, ребят, с вами Илья, и сегодня хочу рассказать вам о новой обнове в игре Stand of 2. И для тех, кто не в теме, это один из самых лучших реплик игрушки CSGO на наши Android девайсы. И при этом игрушка есть в Google Play. Но я думаю, на самом деле, многие ее знают, и многие согласятся, что игра, ну реально, очень похожа на CSGO. При этом она отлично оптимизирована под мобилки, имеет скины, даже статистику игроков, сами модельки героев в том же стиле, что и старая добрая CS-очка. Ну, так вот, игра обновилась, и сегодня я решил бегло вам о ней рассказать, показать обновочку и плюс небольшие свои фраги, которые, надеюсь, вам понравятся. На самом деле, я как-то на игру забил в последнее время, и вот благодаря данной обнове решил вновь в нее вернуться и попробовать все это дело. Ну и самого интересного, здесь появились две пушечки, это М40 и Фамос, и, честно говоря, оружие просто шикарное. Также еще добавили две новые карты, одну из которых вы прямо сейчас видите на своих экранах. Помимо этого, появилась еще новая модель террориста в коллекции скинов, новый ножик, а также новые звуки. Кстати, звуки переработали, и вправду стал саунд гораздо круче по сравнению с тем, что было раньше. Кстати, также еще удалили карту Short Dust 2, я не знаю уж, с чем это связано, либо с авторскими правами, или может быть просто ее закрыли на какое-то обновление, возможно в ближайшее время мы об этом узнаем. Ну, а так объективно игрушка стала еще интереснее, так что поклонникам CS подобных проектов должна зайти, тем более, что она доступна на мобилке и при этом распространяется бесплатно. Ну и сразу говорю, ребят, это ни в коем случае не реклама, тут каждый сам решает, скачать ее или нет. Я просто решил поделиться своими такими впечатлениями об обнове, об этой игре, и решил вам это дело показать. Ну, да ладно, будем на этом, наверное, на сегодня заканчивать. Ребят, всем хорошего настроения, обязательно подпишитесь на канал, если вам нравятся мои видосы, и нажмите на колокольчик. До скорых встреч и пока.